количество талантливых людей, в том числе и музыкантов. Это, мы знаем, Бабаджанян, Хачатурян, Караян, да, из современных групп от System of a Down. Скажите, пожалуйста, а какой музыкальной группе или композитору вы отдаете предпочтение? Среди армянских? Ну, безусловно, Кумитас, основатель армянской музыки, и он считается одним из собирателей музыкальных веяний всего армянского Нагорья. И это выдающийся, если не великий композитор, и все началось с него. К сожалению, сейчас многие армяне почему-то не придерживаются своих исторических персонажей, а пытаются петь какие-то непонятные азерские мугамы. И вот в этом заключается тоска и печаль. А так Кумитас на первом месте, конечно. Давайте. В дополнение к этому вопросу, а есть какие-то современные армянские исполнители, которые заслуживают тоже вашего внимания, но неизвестны, например, в России? Ну, я думаю, что если говорить классике, то это Алан Хованес, очень интересный композитор классический. Если говорить об эстраде, то это, наверное, Гару, ну, естественно, Шарль Азнавур, безусловно. Если говорить о русском роке, то это и Каспарян, и Луна. Ну, не будем показывать пальцем кое-кто еще. Спасибо.